Тупняк. Все, фиаско. Фиаско. Тут прям вот буквально. Березы, карты и деньги. Вот почти. Флэш еще. Нет, все проще. Карты, деньги, два ствола. Есть. Это сокровищник, что-то пират, что-то. Пират Карибского моря? Да. Горбатая гора. Горы из глаза. Что-то сердечко, что-то. Титаник? Да. О-о-о! Что, дом себе купил? Похоже, да. Не знали. Поздравляю. Один дома, что ли? Да. Дом купил, поздравляю. О. Молчание ягнят? Угу. Ну, это хоккейные клубы, что, нет? Что? Да. Ну, но здесь фильм. А может, не какой? Шайбу. Пражский какой-то фильм. Пражский. Хорошо, хоть не немецкий. Слышь, ну что за фильм-то? Шайбу я знаю. Этот обезьян, где в хоккей играл, понял? Ну. Нет, я могла любые сюда поставить, но я выбрала именно эти клубы. Значит, название зависит от названия этих клубов. Король Лев, что ли? Да. Лос-Анджелес Кингс. Ну. Короли. Понял? Понял логика какая. Вот, это до Москвы Челябинска. До Москвы Челябинска. Зеленая миля, что ли? Да. Ты что, это же мини? Золотая подкова. Ржавая подкова. Подсказка. Да подожди, ты что так сразу? Да подумай. Ну, да цок и подкова ржавая. Клевер еще. Четырехлистный. Так, это меня дело. И две палки. Ага. Так. Золотая подкова. Как это называется? Скажи. Ну ты вот правильно думаешь. Давай, говори. Ну подкова, да? Есть там слово? Нет. А какое есть? Удача? Ну нет. Да. Ну, на удачу что-нибудь. Ага. На удачу? Нет. Кем считается Дацук? Волшебник? По-другому. Ну вот не только. Он такой весь правильный. Я же волоски пил, да, с вами играю. Подсказка? Да не, подожди, ну если правильный, подкова. Ну вот. Джентльмен? Да. О. Удачи. Отлично. Красава, вот, какая подсказка, думать надо. Давайте дальше, что у нас. Шляп Боярского. Кольцо. Это же Властелин колец, нет? Да. Да. Ой, тяжелая? Ну, Стражи Галактики. Да. Это скажи. Сейчас сидится. Ну, а компьютер выключили. Слышь, ну Корей дом себе купил, это ты что себе купил? Силовый. Слышь, ну он тоже один, нет? Ну тоже. Это мультик? Не один. У него другой номер. Это аватар? У него пятый номер. Да? Да. Аватар. Пятый номер, нифига себе. Автомобилист играет против Тампы? Когда это матч? Не знаю, да. Я думаю, скоро. Так, ну, 5-4 человека, молния, чё молния? Фантастическая четверка. Нет. Это фильм какой-то? Нет, это мультик. Мультик. Я же в Скуби-Ду смотрел, просто кашляю. Белая молния. Надо отталкиваться от названия команды. Так. И вот мультик. А-а-а. На машинках-то молния, как это? Илюха, он катает. Ты сейчас еще посмотришь. Тачки. Отлично. О, стырили что-то, смотри. Алкашку с ужасом. Спирт. Слышь, ну вот, что? Это фильм? Ураган какой-то. Или мультик? Фильм и книга такая была. Ураган, алкаши.
Но фильм как бы... Вторая часть. Мы не смотрели ничего. Блин, вот смотри. Какой-то... Ну, Adidas штаники. Три полоски. Конечно, если он спит в первом же джинсах, то будет. Ну, второй ты в джинсах. Это главный банник. Давай, чего вот нет. Вот они что делают? Несут. Да. Несут. Вот здесь есть это слово, только чуть измененное. На второй картинке сильный ветер. Да. Или сильное дерево. Унесенный ветром, что ли? Да, отлично. Молодцы, справились.